Всем привет, это Александр Клюев, проект Пивоварка Пивоварня Бербрю. И сегодня мы возвращаемся к немного забытому нашему формату, это обзор ЧБ. Будем пробовать бельгийские эли, шоколад стаут от Castel Brewery, или как это они там, брюри, не брюри, неважно, ну, от пивоварни Castell. Не знаю, насколько я правильно это произношу, по-бельгийски не особо. Разговариваю. Ну, у нас с Гошей было две бутылки, которые нам подогнали ребята из дружественного канала Кварта Бир. Респект. Ссылки в описании. Да, все это есть. И две было разные бутылочки. Слепой жребий решил, что мне достается шоколадный квад. Вот такой вот. Ну и сейчас мы попробуем. Нагоним пены. Цвет квад. Ну, на самом деле квады, они как бельгийские достаточно светлые, они больше красное уходит и уж точно светлее, чем дюбель, а здесь даже темнее, чем дюбель. Но, тем не менее, заявлен как шоколадный, поэтому, ну, черт с ним, пускай будет черный. Вот он такой вот красивый. Такой вот темно-коричневый, черный цвет. Включаем снова ЧБ. В запахе шоколадка, причем такая явная. Вначале было много спирта, но вот сколько? Прошло секунд 30, и он весь испарился, сгладился запах, стал не такой резкий. Что можно еще сказать про пиво? Пиво 11 градусов, начальная плотность 22%. Ну, квад, он и есть квад, бомбический, алкогольный, насыщенный, вкусный бельгийский сорт. Вот. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого всего выйдет. Да, квад угадывается сразу во вкусе. Шоколад есть, но я бы сказал, что это больше жжёночка. Шоколад появляется немного в послевкусии. То есть в этом сорте именно шоколад, он как-то больше в запахе. Ну, очень вкусное и хорошо сбалансированное пиво. Алкоголь не выпирает, хотя чувствуется, и по пищеводу вниз отправляются на лифте все эти градусы, вся эта спиртуозность. Но очень мягкая и такая неназойливая. Пьется довольно легко и можно, наверное, если не знаешь, что к чему, его быстро выпить, и будет такой эффект, как будто тебе, наверное, по голове ударили чем-то тяжелым, потому что все-таки 11% алкоголя тут присутствует. Пиво вкусное, пиво ароматное, пиво с интересным эффектом, ну, имеется в виду шоколад, добавление шоколада. Так что я его, в принципе, всячески рекомендую тем, кто сомневался или, может быть, видел его и не знал, брать ему или не брать. Да, берите, очень неплохо. Да, это однозначно очень вкусное пиво. Такое топовое. С вами был Александр Гэндальф. Проект Пивоварка Пивоварня Бербрю. И всем пока.
очень яркий запах какао-бобов, то ли это шоколад горький швейцарский, вот так же пахнет. Бельгийский шоколад. Кстати, швейцарский шоколад, он такой, достаточно грубый. Бельгийский шоколад, он гораздо интереснее. Да, в общем, мне это больше напоминает запах шоколада, нежели кофе, либо какие-то отдельные сорта кофе, которые вот... Но он шоколадный стаут, он не кофейный стаут. Так да. Что тут прям все попал. Да, шоколадочка. Сладкий алкоголь. Запах напоминает шоколадку с алкоголем. С ликером слово боюсь употребить, потому что не сказал бы, что с ликером, с коньяком скорее. Шоколадка с коньяком. Вот мои первые детские 5-летние воспоминания об этом шоколаде с коньяком. Это пиво как раз и навевает. Запах очень хороший. Запах 10 из 10. Прям мне очень нравится. Это тот запах, который не хватает, когда покупаешь шоколадный стаут или еще чего-то, и ждешь вот именно вот этого. И потом пьешь, ну не пьешь даже, а вот когда в предвкушении нюхаешь. А там где-то фоном отдельно, нет, здесь прям богатый букет, все хорошо. Во вкусе. Приятная сладость. Пиво подвыдохлось, как видите, его немного осталось. Ушла, наверное, спиртовая составляющая, я ее не чувствую практически. Согревает, действительно, Саша прав. И шоколад во вкусе. Сейчас появился, при этом есть какая-то жженая кислинка. В общем, очень неплохой напиток. Я, кстати говоря, сразу после Сашиного обзора попробовал его. Сейчас пиво постояло, мне оно стало нравиться просто на порядок больше. Попробуешь? Может, изменится чуть-чуть мнение. А что там должно? Ну, пахнет, а? Оно стало пахнуть ирисками, не шоколадом. Ну вот, как интересно. А даже вот это вот, не знаю, как это называется... Ну ты иди сюда расскажешь, или так-то за кадром. Не, вот тут. Да, стал такой вот запах ирисок. Пахнет вкусно, оно изначально вкусно пахло. И я же говорю, что сразу выветрился алкоголь. То есть 30 секунд прошло, и все, его нету. В общем, наш вердикт по поводу этой компании. А это компания, потому что это по-любому не один человек. Да. Компании, пивоварни, очень достойная пивоварня, интересная, варит по-своему пиво, ну и продегустировать его лишним не будет. А конкретно этот сорт обязательно в дегустации для всех, потому что он очень оригинальный.